Всем привет! На очередном Жора в Жороче у нас будет корейская морковка с шампиньонами. Это полноценный обед, который не очень калорийный, потому что калорийность она имеет 100 на 100 грамм. Соответственно, здесь 130 грамм чистого продукта, как заявляет производитель. Поэтому 135 граммов – это 135 килокалорий, которые можно смело взять и употребить в пищу во время очередного Жора в Жороче. Данный производитель нормального качества делают свежие продукты, но срок на упаковке стоит проверять отдельно. Наесться более чем, острая, хорошая, полноценный обед. Низкокалорийный, но салфетки нам обязательно пригодятся при употреблении данного продукта. И единственный нюанс в его употреблении – это то, что либо придется съесть до конца пачку, либо ее придется, остатки придется выкинуть. Но за счет низкой калорийности, я думаю, наесться нам хватит. Оцениваем видео, подписываемся на канал. Всем пока!